Всем привет, в нашем магазине новинка. Вот такой вот бокс, коробочка по растению против зомби. То есть для всех любителей данной серии. Что там внутри, я сам не знаю. Знаю, там монетка должна быть и карты. Какие карты, сейчас посмотрим. И какие монетки. Монетки, интересно, были такие, какие нарисованы, или рандомные. Так что давайте посмотрим. Скрывается она вот здесь вот. Открывается. Вот там бокс. Здесь вот такая вот монета в боксе. Офигенно смотрится. Это прям Plants vs. Zombies. Это прям бокс. Не знаю, можно его открыть. Короче, бокс не открывается. Или просто в перчатках неудобно. Нет, бокс не открывается. Хотя вроде здесь нарисовано, что можно открыть. Не главное. Главное — это монета. То есть монетки рандомные. Как мы видим, вот такие здесь могут быть. Но выглядит это очень круто. И ТР-ка дается одна карточка.